Всем привет! Сегодня я хочу сделать обзор. Обзор посылки из Германии. Здесь должна находиться книга. Целостность упаковки не нарушена, как мы видим. Посылка пришла из Германии, как я уже сказал. У немцев все сделано добротно. Давайте откроем посылочку. Вот книга. С 1945 по 1949 год. Рассказ про жизнь военнопленных. Здесь инвойс прислали, скорее всего. Для чего? Да, инвойс. Да, книга хорошая, но ее надо будет немножко починить. Некий Клаус Зас попал в плен, сидел в лагере, отбывал наказание в лагерях в Елабуге. С собой он умудрился пронести, по легенде, фотоаппарат Минокс, кучу пленок. И ни один шмот этот фотоаппарат и пленки не выявил. И он умудрился снять быт военнопленных, переслать их на Запад и там выпустить книгу. Вот этот Клаус Зас. Да, замечательная книга пришла. Смотрите фильмы на моем канале, обзоры смотрите. До свидания.